Знаешь ли ты, Павел, что спортом можно заниматься, не вставая с дивана? Посмотри сюда. И поэтому сейчас мы с тобой проведем наши с тобой Олимпийские игры, которые называются «Тахта Олимпийского резерва». Поехали. Погнали. Секундочку, тишина. Что, простите? Только что прозвучал гимн нашей Олимпиады. Итак, Олимпийские игры, не вставая с дивана. Я, как профессионал этих игр, тоже приму в них участие. Первый вид спорта – метание носков в бельевую корзину. Естественно, мы, мужчины, даже если бельевая корзина стоит рядом, ни в жизни не встанем, чтобы подойти и аккуратно положить в нее носок, когда есть возможность сделать красивый трехочковый бросок. У нас с тобой по три носка, у нас с тобой бельевая корзина. Так, ну и, собственно, ну что? Пожалуйста, давай, поехали. А ты вот так вот? Как? Давай, попробуем. Попробуй. Давай. Итак, Павел Деревянко наносит первый... Неплохо. Сейчас я попробую. Давай. Плохо. Я, знаешь, я по старинке все-таки. Я вот... Мах. Слушай, неплохо. Прям хорошо. Мимо. Ну, и последний. Так, последний. Ладно. Вот так попробуй. Окей. Давай. Подожди. Ну, хоть кто-то должен попасть, мне кажется. Да. Опаньки! Отсчета! Да! Есть! Одно очко у Павла Деревянко и... Нет. 1-0. Браво, блестяще. Так. Блестяще. 1-0. Очень. У нас, я не знаю, медали, призы, ничего нет, да? Ну, хорошо. А, следующее. Пульт на полу. Так. Ну, не вставать же. А надо переключить канал, ведь реклама. А мы лежим на диванах, с чипсами, естественно, на животе. Ой, Евгений. Значит, смотри, смотри. Я даже не знаю. Смотри, без рук. Так. Что, чипсы? Не уронив чипсы. Так. Надо достать с пола пульт. Пульт видишь? Вижу. Вон он. Без рук? Все, работаем без рук, да. А это, можно я, держать? Я уже начал, я не знаю, что ты там делаешь, я уже начал. Господи. Секунду. Я же ловкий. Где парень. Он? Сейчас, секунду, подожди. Ты... Ну, практически. 2-1. 2-1. И, естественно, чипсинку съели. У тебя какая? С луком. С луком? Ну, потом не будем целоваться тогда. У меня тоже с луком будем целоваться. Немножечко. Смотри. Не, неплохо. Как неплохо. Я люблю. Счет 2-1. Красиво. Хорошо. Что у нас там дальше сейчас? Смотри. Видите, да? Что? Последнее, самое главное, спортивное. Так. Держим ноги на весу. Просто пресс на пресс. Попробуем? Давай. Кто дольше продержит? А, да? В смысле как? Вот так просто? У кого пресс лучше просто? Я буду считать, смотри, раз, два, рекламу, скорее рекламу включайте, сволочь, рекламу уже включите, я не могу больше.